リーダーマークは全ての賭けたちよ、この俺の力となれ。Я вас приветствую, с вами Факмета или Фимета, я уже не знаю, кто я. До сих пор не определился, если честно. Но не суть. В общем-то, у нас сегодня геймплей на фуре. Всеми любимую фуре. Ямато. Да, она самая. Наконец-то я качнул ее на 5 звезд. Это заняло у меня примерно 3 недели с чем-то. Вот. Собственно, что у нас тут по медалькам? Я взял самый оптимальный вариант, что у меня вообще есть. Это ХП 2700 практически и 640 урона. Ей желательно побольше ХП, так как у нее щит. Вот. А щит зависит от ХП, поэтому берем ХП и урон. А по трейтам и скиллам, я думаю, нет смысла как бы тут долго рассусоливать. И так все знают, что она делает. Единственное, что скажу... Соглашусь, так скажем, с оценкой Ромы в группе по Bounty Rush ВК, что персонаж очень сильный, но когда он в щите. Без щита она становится очень уязвимой, у нее ни хила нет, ни хрена. Ну, если не учитывать отхил от процентарного урона, но это такое. Это не совсем то, что нужно. Короче говоря, вроде как сильный экс, но... Можно, наверное, даже сказать, что он какой-то балансный. ХЗ. В общем, я ее качнул, сыграл только одну игру, ничего не понял и все. Поэтому давайте сейчас поиграем, поймем чуть получше, что же это за кролик у нас такой. Реально на кролика похоже. Так, ну и, собственно, первая игра. Сейчас посмотрим, сколько будет здоровья моего щита. Ну, наверное, 1007. Может быть, 6. А ну-ка. О, 7000, нифига я угадал. Сентамару решил сгореть и слить первый скилл зачем-то. Наверное, из-за того, что Кайда берет первый флаг, а у него это подгорает как-то. Ну ладно, неважно. Против нас есть зеленый Шанкс, но это на смену Роджеру будет. Вот зеленый Шанкс это самый-самый-самый неприятный противник для Ямато. Ой, бля, ну что ж ты делаешь? Вот, блин, не делайте так, когда играете за Сентамару, потому что этот персонаж, ну, максимально без урона. Этот скилл лучше сохранить для защиты точки. То есть, когда на тебя идет толпа, ты дефаешь и чередуешь вот эти вот скиллы. Но вот в этом не было никакого смысла сейчас, то, что он сделал. Так, ну, он, можно сказать, убил сам мой щит. Сделал пару тычек, ему довольно неплохо так снесло здоровье. Опа, минус кит. Давай, 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 бери, бери, бери. Так вот, короче, нам нужно по возможности... Ой-ой-ой, это я зря сделал. Так вот, по возможности чередовать второй скилл и первый скилл. Короче, ладно, забудьте. Что-то я запутался. В общем-то, что я имел в виду? Желательно вам жить так, чтобы у вас постоянно был щит. То есть, а чтобы он был, вам нужно использовать этот скилл с умом. Да, я немножко тупанул, мне нужно было после РФК постоять чуть-чуть, я сделал ошибку, скажем так. Жаль, у нее щит не восполняется при захвате флага. Было бы вообще отлично. Оп, сделали на опережение. И вот так еще. 20% или сколько ему там съело это? Оба. Так, ну по идее тут должна быть победа, если Golden Week не пустят к флагу. Я надеюсь, они не пустят. Как бы меня она тут не столкнет. Роджера не попал, надо было навестись на него. Это я вообще в себе поверил.
Ну, сойдет. Такс. Ну, что могу сказать? Брук, мне кажется, не является особой проблемой для Ямато, потому что он красный, это уже плюс. Ну и хоть он и жирный, мы все-таки третьей тычкой, да и вообще, короче, этим эффектом снимаем ему хп в процентах, поэтому ему будет больно. Ну и он нас не заморозит. А вот Шанкс это, конечно, проблема. Надо его как-то избегать, я не знаю. Надо, чтобы Зора, либо же мамка его вынесла, и я уже пошел. Нет, не получится, да? Ну давайте как-то, не знаю, как-то так поаккуратнее вот так от него. Да, ага, конечно. Не отпустит у меня. Значит, пойдем, короче, бить Брука. Ой, пресс-эф Брук. Так, а кто меня застанет? А, меня этот застанет, я понял. Я понял. Ну вот вы видите, да, она без этого, без щита, она вообще рассыпается. Ради арт у нее красивый, но моделька, ну как по мне, шакальная вообще какая-то. Могли бы и получше сделать. Так, у нас там обычная Ямато бежит. Не знаю, я ее смогу кнокнуть. Вроде тут кнока нету. Не буду рисковать. Просто буду бить ее в тупую. Не хочу тратить второй скилл, потому что он ценный для восполнения щита. Ну просто, ну давайте так. Вот, убил, и то хорошо. Честно, вот, не сказал бы, что этот экстрим вот прям имбалансный. Да, эффект щита очень сильный. Может быть, мне нужно побольше хп брать, и тогда это будет более заметно, но... Но от Шанкса я отлетаю просто, дай боже, вы посмотрите. Да, у меня стакнулся деф. Но, а чё толку? Короче говоря, это довольно больно. Я почему-то не смог сделать перфект додж. Интересно, почему? Не знаю. В общем, ладно. Вывод такой. Против Шанкса очень-очень-очень сложно. Прям нереально, я бы сказал. А вот против остальных, в принципе, даже неплохо. Этот черт решил почему-то ко мне сделать ТП. Я стану где-то тут, потому что непонятно, где сейчас будут идти. Нет, центра нет смысла. Нужно это отжимать, но мы не сможем. Я этого ублюдка даже не убиваю. Там от хила просто до жопы. Опа, опа, опа. А это победа, кстати говоря. Чисто бог зарешал, потому что карта-то его. Шандура. Ну вот, кстати, Луфи против нас будет довольно больно. Он этим пулеметом просто умирает от нас. Рейли ХЗ, нейтрально. Обычно, я бы сказал. Ну и все остальные тоже. Робин, кстати, можно брать первый флаг. Тем самым помогает мамке, но она решила, что... Не знаю, что она там решила. В общем-то, дура, короче говоря. Зачем ты взяла и ушла просто с флага? Не успел. Давай, давай, бей меня. Бей, бей меня! Красавчик. Это прикольно, конечно. Ничего не делаешь, Луфи просто рассыпается об тебя. Ну, до поры до времени, конечно, пока у тебя щит есть. Такс, нужно... Нужно идти на флаг сюда. ХЗ тратить скилл, не тратить, а ну-ка давайте вот так в спину дадим, как крысы чисто. Он не успел щит снять, зараза. Нате. Вообще, какого хрена у нее с первой тычки идет три удара, непонятно. Ой, бляха, заговорился. На. Переиграл, чисто переиграл. Меня тут сейчас, скорее всего, убьют, да. Не, ой, я еще живой. Жить. Еще чуть-чуть. Но я выжил.
Точнее, жил сколько мог. Кстати, я только заметил, что у Ямато сережка на ухе. Где-то тут-то. О, вот она. Хз, хз. Насчет модельки я опять. Какая-то она реально такая здоровая прям вообще. Точнее сказать, не то чтобы прям здоровый, но в общем много на ней налеплено и как-то вот мне не очень. Ладно, это я придираюсь, это придирки, все это придирки. Фурифанам зайдет, я думаю. Ах ты сучара. Ба-тя, ба-тя, ба-тя. На, бля. Ой, он успел пустить это. На, бля. Так, ты там задефаешь или нет? Так, он задефал, окей, отлично. Так, ну это победа. Очередная победа в копилочку Ямато. 8300, неплохо. За нас Кизару. Кизару. И еще у нас, кстати говоря, ни одного дефера почему-то. Ну ладно. Вот бы было бы круто, если бы Кизару сделали новым БФом. Вы прикиньте, молодой Кизару с арки рыболюдей. В шляпке вот такой прикольной. Неплохо, неплохо так надавал. Срочно скилл прожимаем, чтобы щит восстановить. Бляха. Все, я его не убью. Ну хотя бы защиту дают, это уже приятно. 70%. Даже Шанксу будет сложновато пробить. Блин. Ну ладно. Ой, там два Одена, не знаю даже на кого нажать, чтобы направить. Оп, Кизару перелетел или не перелетел. В общем, флаг хватает, и уже хорошо. Ему на этой карте удобно. Поможет летать туда-сюда. Плюс таких старых персов. Вот таких, как Кизару, Крокодайл, Марка. Хоть они ультра слабые, но хотя бы могут флаг взять в крысу. Это хорошо. Блин, мамка там берет флаг, ее кто-нибудь скинет. Конечно же, Кизару ее скинет, кто же еще. О, хорош. Вот зараза. Вот, кстати, когда ты убиваешь с помощью вот этого трейта, не высвечивается анимация на экране. Чисто вот тут вот показывается, что ты убил. Нет, нахуй я убью, кстати, не знаю. Это, если что, ошибка. Не надо его бить прям так в контру. Хоть он меня не заморозит. Хоть он меня не заморозит, но больно будет. Тихо. Оп, хорошо. Блин, не успел второй скилл прожать. Твою мать. Все, ладно, уже нет времени. Надо брать Инеля. Вряд ли мы тут что-либо сделаем. Ну, мы попробуем. Давайте, на мид нужно. Срочно, срочно, срочно. Ох ты ж, бля. Он прям в меня его откинул и сбил мой второй скилл. Вы серьезно? Ладно, это Габелла. К сожалению, это ГГ. Ну, ладно. В принципе, неплохо. 3 победы, 1 поражение. Короче говоря, еще раз скажу насчет Ямато. Персонаж очень сильный, но, повторюсь, без щита ей сложно. Поэтому, да, делайте вывод сами. Ну, 5 киллов вы видите, да? 5 киллов. Хотя один из них на Инеле. А в предыдущей игре было 7 киллов. В общем, так вот такой геймплей у нас получился на Яматочке. Спасибо за просмотр. С вами был Фимета или Факмета. В общем, неважно. Всем спасибо еще раз и всем пока.